Друзья, всем привет, с вами Санек. В общем, продолжаю тему Александра. Очень понравилась его идея вот с подобного рода прибамбасом, буду вот так называть, да, где вот он вставил сверлышко, заточил его определенным способом и нарезал там резину, вот, пасеки там, я не знаю, там кожу можно, говорит, резать. Вот, ставил сюда планшайбу импровизированную из фанеры. В общем, тема прикольная. Решил ее добить уже до конца. Вот. Поэтому немножечко свои мысли на этот счет выскажу. Ролик мне понравился. Ну и, соответственно, тоже имеется парочка вот таких вот десяточка. Это 16-й. Удачно сломанные. Ну, в общем, все как у всех. Ничем не отличается данный процесс поломки резца. Только хрусь и готово. Итак, здесь я просверлил шестерочкой. Сверлышко шестерочка. Тоже, возможно, придется выточить какой-то определенный резечек и где-то эксклюзивно поработать, хоть так, хоть вот так. Вот. И здесь я троечка. Вот такие вот дела. Дальше, как можно еще использовать, сейчас покажу. Вот на примере 16-го тут и мясо побольше, ну, впрочем, лежит без дела, буду показывать на нем. Десяточка, ну, маловат, ну, тоже можно. Вот, как-то так. И также этим резцом можно резать пластик, там, не знаю, капролон, резину, все что угодно, не связанное вот с металлом, да. И отрезной резец даже вот в таком исполнении тоже остается отрезным резцом. Давайте по порядку. Зажимаем вот таким вот образом. Так, резец зажат вот таким образом. И что мы можем им отрезать? Ну, вот нашел кусок пластиковой трубы старенькой. Вот такой вот. Ну, а почему бы и нет? Сейчас ее ставим вот таким макаром. Зажимаем и пробуем что-нибудь нарезать этим резцом, да? А ну-ка, попробуем. Блин, ничего не режет, мужики. Прикольно, но не режет, да? Шутка, конечно. Понадобится вот такое вот канцелярское лезвие. Точнее, лезвие с канцелярского ножа. Оно широкое. Обычные, они чуть поуже. Это такое вот широкое, столистое. И просто кусочек сейчас отламываю. Вот так вот. Вот кусочек лезвия. Я его только распечатал. Ну как, достал из пачки. И зажимаю. Вот так, дожать его посильнее. Торцанул. Так, надо, чтобы они не падали. Секундочка. Поставлю патрон, а в него что-нибудь зажму. Вот электрод зажму сейчас, чтобы они собирались. Вот, отлично. Поспешим. Ну, как-то не очень.
режет, да? А теперь сейчас я его переверну, потому что вот заусенцев остается тьма тьмущая. А теперь ставлю вот таким образом, чтобы лезвие смотрело, друзья, вверх. И также зажимаю. Ну, теперь, по крайней мере, вот три кольца без заусенцев можно использовать куда-то на прокладке. То есть здесь как поставить. Но мне не нравится сам угол. Чуть-чуть я доверну его. А теперь совсем такое. А теперь смотрите, какая тоненькое колечко получилось. Тут потолще, тут потоньше. А ну еще. Обалдеть. Друзья, вы не представляете, насколько тоненько отрезала сам пластик. Размер можно на самом деле делать абсолютно любой. Это вот начало было 3. Видали, какие заусенцы? И стоило только перевернуть так называемый импровизированный, уже, наверное, резец отрезной из канцелярского лезвия сделанный. И вот получаются вот такие вот штуки. Ну, они мне не нужны, это демонстрация. Так, дальше. Что можно еще резать? Можно, друзья, резать резину. Кому, если вдруг понадобится вот кусок старой велосипедной камеры. Специально сбаркировал колесо, чтобы вот показать. Сейчас вот прямо на эту трубу она подходит по размеру. Можно на дереве. Пищит, но лезет. Это самое главное. Видно, да? Я думаю, прекрасно видно. Сейчас вот так вот равняемся и нарезаем резину тоненькую. Некоторые видели, да, порвались, но я слишком тонко их брал, вот слишком тоненько брал. Показать как-то можно, конечно, и покрупнее резать, да. Торцанули. Чуть-чуть нежнее, чуть-чуть нежнее.
Ничего не сниму. И еще разок. Когда не спешишь, друзья, получается очень даже по приколу. Замечательные получаются пасеки. Если кто-то собирает модельки, где-то от двигателя поставить. Вот, самому можно делать их несметное количество штук. Это вообще, я не знаю, тут, наверное, и по миллиметру их нет. Как показать-то вам? Толщина, наверное, около миллиметра, может, даже и миллиметра нет. Нарезается вообще по красоте. Это по резине. Во сколько штук их тут сразу. Висит гирлянда. Давайте сейчас что-нибудь другое зажмем. Вот кусок резинового шланга просто где-то тоже на прокладку на какую-то, но не только такого плана, да, любого другого плана также можно использовать. Зажимаю, просто зажимаю, да, казалось бы, что тут такого, кусок шланга также завожу, чтобы он там не терялось. Ну и погнали. Пожалуйста, прокладочки. Вот так вот сниму, покажу, да? Какие-то прокладки куда-то, пожалуйста. Ровненькие, аккуратные. Можно, конечно, было их просто нарезать ножом, да, или ножницами, там, я не знаю. Но можно их в прямом смысле слова выточить. Вот кусок ПНДшной трубы старенькой, тоже он с мусорцом, 25-я. Короче, все, что связано с пластиком, резиной и т.д. и т.п. можно этим резцом, друзья, запросто резать и так далее и тому подобное. Какие-то прокладки, какие-то детальки. Так, сейчас попробую вытащить самую тонюсенькую. Просто вот, чтобы она была наитончайшая. Чуть-чуть доверну, чтобы он не уводил. Пробую. И теперь самый-самый-самый. Едите, колотите. Сейчас замерю микрометром. Оно просвечивается. Микрометр. Сейчас возьму. Сейчас переведусь. Вот такого плана. Расфиксировать. Проверяем, где у нас тут. Ноль. Теперь как-то надо, блин, надо как-то зажать ее. Блин, она светится, я вижу, через нее свет проходит от этой лампы. Вот он размер. Сколько там, через монитор смотрю, 15, 16, 17, 0, 17, да? Это не предел, можно и потоньше отрезать. Вот, как-то так, друзья. Так что сломанные отрезные резцы все равно остаются отрезными резцами. Возможно, не по металлу, но в других случаях, где отрезные резцы, да, вот такого плана,
или любого другого подобного формата. Вообще, смотрите, без заусенц, без, главное расположить правильно само лезвие. Вот. Я их тут уже накромсал, если честно. Это вот здесь только на видео я их, вот, за считанные какие-то тут пару минут. Больше, наверное, бла-бла-бла. Резина куда-то пойдет, может, на рыбалку кому-то там вязать там макуху, пучки, каши, да, и так далее, и тому подобное. Может, еще куда. Вот они. Какие-то прокладки, может быть, да, под какие-то редуктора, там, я не знаю. Ну, короче, у кого насколько фантазии хватит. Вот я нарезал здесь. Только ради демонстрации. Ладно, друзья, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.